и в шалаше для истинно желающих петрозаводчан на ближайшую неделю не поэтическая метафора, но непосредственная реальность. Реальность имеет место на Первомайском проспекте. В выходных и до конца месяца Церковь Свободных Христиан День Троицы проводит в своем шатре ежедневные христианские общения. Цель наших христианских общений с жителями города Петрозаводска является такова, чтобы проинформировать людей Петрозаводска о Божьей любви, о том, что у человека не все потеряно, что каждый человек имеет право на жизнь. Христианские общения предполагают выступления на собраниях представителей разных христианских конфессий, сбор пожертвований в пользу сирот накануне 1 сентября, а также разговор с молодежью на понятном языке. Впрочем, сегодня на 18 часов в шатре было немноголюдно. Всего Церковь Христиан насчитывает в Петрозаводске 60 человек. Пастырь Анатолий Никутев категорически отвергает какое-либо сравнение их общины с мрачно известными тоталитарными сектами. Это мероприятие, оно спонсируется только за счет наших добровольных пожертвований, за счет средств, которые у нас есть в нашей церкви. И поэтому извне никто не оказывал нам материальную помощь.